Это Саша Пропеллер из группы «Элизиум». В его голове роятся тысячи мыслей. Образы сменяют друг друга. Он пытается выплеснуть их, но это становится все сложней. Вереницы новых строчек рождаются на свет. Когда мы были младше, не слушали мы старших, гуляли вечерами, не знали, не гадали. Продолжаться долго это не может. Что же делать? Выход есть. Одни лишь дискотеки, вместо скучной родительской опеки. Помоги Саше Пропеллеру выплеснуть свое удивительное творчество. Да, это уже невозможно, башка трещит! Участвуй в записи нового альбома группы «Элизиум». Это совсем просто. Гораздо проще, чем, например, открыть новый остров. Только на planet.ru.